Всем привет, с вами я, Скай, и это такой новогодний выпуск. Короче, я в прошлый раз вам говорил, что не мог найти пирата, вот я его нашел. Такой вот пират, там еще лава с ним, вот. Также взял еще два набора, просто очень маленьких, там где лягушка, рыба. Я тупо взял ее для лягушки, потому что у меня ее нету. Многие просто игнорят ее, если замечают в наборе, но у меня еще ее не было никогда, поэтому почему бы и нет. Так, и по приколу взял вот такой вот набор Friends, там из-за ящика вот этого, и письма. Так, и кстати, вот две мини-фигурки, которые были в прошлом выпуске про яйцо. Я их решил туда поставить. Вот. Так, давайте открывать что? Ну, этот, наверное. Ага. Так. Ага. Ну, тут мне фигурки нету, но и не надо, поэтому... Потому что тут Friends фигурки, а я люблю обычные или Minecraft. Вот. Friends я не люблю. Так, что мы тут имеем? Понятно. Просто ящик. И, кстати, принт. Ну и так я ожидалось, что это будет принт, но... А, так это же SY. Лол. Так, давайте я опущу. Где вот? Жаль, этот ящик без принтов. Было бы прикольно. Открывается нормально, держится тоже, да? У меня есть таких ящика еще три, вроде белый, просто белый, серый и вот эта вот штука прозрачная и красный, но вот эта вот штука серая вроде. Вот, так, давайте я просто по памяти заберу, потому что наборчик небольшой и конструкции... А, тут конструкции нету? Что? Было реально. А, сзади же есть. Ладно, я не буду смотреть, потому что зачем мне это надо. Так, что у нас тут? Листья. Ага, дерево. Ну, маленький наборчик, скромный такой. Ого. А как это вставить? Что это не держится? А, как это в туалет? Ладно. Так, давайте вот так вот заберу. И, а вот еще два. Ага. Тут на листья надо вот эти вот красные цветы ставить. А на вот это вот я не могу прицепить. Не знаю почему. Потому что там не прицепляется. Вот. Очень скромный набор. Поэтому даже инструкцию не смотрю. Почему бы и нет? Почему бы не забрать по памяти? Лу. Так. Давайте это уже сюда, потому что я не могу на листочек. Ой, на ростки поставить. Поэтому вот так вот посажу. Поставлю, точнее. И вот. Такой маленький наборчик за 14 рублей. 14 гривен, точнее. Если в рублях, это очень мало. Наверное, даже 5 рублей. Или 10. Вот. Такой вот наборчик. Очень маленький, очень простой. Очень мало стоит. Поэтому я просто взял по приколу. Давайте это откроем. Это я, наверное, уже заберу за кадром. Потому что тут больше деталей. О, тут конструкция уже идет. Лол. Хотя, почему это за кадром? Я могу и не за кадром собирать. Потому что этот Широ снимал 2 часа видео новогоднее. Почему бы им не снять? Ну, я не буду прям 2 часа снимать, но хотя бы просто по фану. О, реально рыба есть. Просто вот тут ее нету. Ладно. И жаба. Окей. Жабка. Угу. Жепка.
Жепка, квепка. Так, ну давайте собирай. Кувшинка, где кувшинка? А, вот. Блин. Так. Это, что это, не знаю. Тростник или бамбук. Наверное, тростник. Ой, блин, ладно, давайте я все-таки соберу за кадром, потому что мне неудобно через камеру все смотреть и собирать. Вот, короче, очень простой набор. Я даже особо и в конструкцию не смотрел, как тупо собирать. А вот. Вот. По памяти тупо собрал. Возможно, тут неправильно где-то. Да, там неправильно. Ну да ладно. Вот такой вот наборчик. Тут у нас тростник, кувшинка, жабка. Жабка дня. Цвет этот. Не знаю, что это, просто цветок. Похоже на дупло, кстати. Но это не дупло. Вот, тростник. Кстати, вот эта вот штука золотая почему-то. Ведро и рыбка. Вот. А рыбку можно посадить? Нет, нельзя. Короче, рыбка просто плавает, да. Вот такой вот скромный набор опять. Ну и... яйцо. А, у меня нету ножика. Сейчас. Так, давайте быстренько открывать яйцо. Ага. Так. Угу, инструкция, ну, это понятно. Да, сегодня, короче, будем открывать такие маленькие наборчики. Почему это так сложно? Кстати, чел один писал мне, что он раскрывает эти пакеты руками. Дело в том, что в этих яйцах эти пакеты очень прочные, их надо прям разрезать. Поэтому я ножиком все открываю. Вот. Так, все, наконец-то. Опа, лол. Что это за деталь? Это типа адский нарост, что ли? Ладно. О, кстати, мотыга. Что, опять мотыга? У этой девки была мотыга. Вот этой. И тут опять мотыга. Лол. Ладно. Так, что у нас по мини-фигурке? А, мини-фигурка где? Вот и руки. А, вот. Ну, все, наконец-то у меня появилась еще мини-фигурка пирата. Пирата, да. Ну, принты нормальные, может. Не самые лучшие, но... в принципе, окей, да. Главное, чтобы голова была нормальная. Чтобы текла. Что? Мне голову не положили? Или я слепой? Так, сейчас поищу. Так, стоп, мне реально голову не положили. Или я не досыпал детали. Так, стоям бы. Или она куда-то укатилась. Что? А, боже мой, я обосраться уже успел. Так, вот голова. Ну, кожа, не знаю даже. А, нет, кожа нормальная, просто свет там сверху светится и кажется, что бледная. Да, кожа нормальная, глаз немного такой себе. Ну ладно, и так нормально. Фигурка пирата у меня появилась. Так, ну иди, короче, к этим ребятам. Ой. Давайте уже за кадром соберу эту лавовую штуку. Сейчас увидите. Ну вот, короче, такая штука. Тут лава течет, это адский народ. Вот, два мухомора опять. И пират. Почему пират в воду, непонятно. Вот. Тут, ну что. Вот такой вот маленький наборчик здесь сам. Знаете, я, наверное, даже не буду разбирать вот такие местности, короче. А, топ, это не ад. Или...
А почему тут тогда адский народ? Ладно. Не буду я разбирать вот эти вот наборчики. Оставлю, потом насобираю уже все. И сделаю вот такую вот штуку. Если мне, конечно, удастся. Вот. Ну, такие вот три наборчика. Кстати, хотел бы вам показать еще, что мне подарили на Новый год. Ну, вот это вот. Обзор тоже на это будет. Это самый лучший набор. Вот. Ну что же. Всех с Новым годом. Всем пока.